почему нет бензина. Можно к вас? Да, пожалуйста. Объясните, пожалуйста, почему нет бензина? Сегодня не было завоза бензина вообще. Приняли с утра пустые баки. В третьей колонке, в третьем баке есть бензин. Там не работает колонка по причине неисправного оборудования. Ну, а кто же все-таки за это несет ответственность? Ну, у нас ответственность несут очень многие, поэтому я вам точно не могу сказать. Поэтому никто не отвечает, да? Да. Вас не удивляет, что здесь народу никого нет? Удивляет. Трудно было заправлять вот за последнее время? Да, народу много было. Скажите, а почему вот сегодня никого нет, в очереди нет? Дело в том, что уже в основном поставили машины, и поэтому... И потом у нас бензин без перебоев сейчас пошел. Имеется в виду, на зиму поставили машины? Да, в общем-то, да, наверное. А бензин сейчас хорошо идет? И 93-й, 76-й? Да. И 95-й? 95-й у нас давно нету, у нас 92-й вообще бензин идет, а не 93-й.